Казанском федеральном университете состоялась встреча руководства с делегацией Ташкентской медицинской академии. На встрече обсудили вопросы сотрудничества. Мы приехали в Казанский федеральный университет с целью перенятия передового опыта. Дело в том, что Казанский федеральный университет, как один из самых крупнейших вузов России, во многих отраслях имеет очень значимые научные достижения. Также целью визита явилось создание совместно с Казанским университетом академических программ и проведение научных исследований. На сегодняшний день в Казанском университете обучается 2543 гражданина Республики Узбекистан по всем формам и направлениям подготовки. Такого позитивного отношения, личной заинтересованности рождаются научные проекты. Во-первых, благодарю вас, что вы нашли время такой непростой ситуации, как бы приехать, и все-таки действительно мы начнем налаживать сотрудничество. Стоит отметить и то, что КФУ активно сотрудничает с 42 научно-образовательными организациями Республики Узбекистан. При этом Казанский университет предоставляет свои онлайн-курсы, организует практику, в том числе на российских предприятиях, и читает ряд базовых дисциплин. Диана Жданова, Елизавета Никитина, Фарид Захитоглы, Универньюз.